Кент, Кент, хватит кликбейтить. Сними годноту, а вдруг подписчики это оценят? А может быть, еще и лайк поставят и подпишутся на канал. Здарова всем, ребята, Кент ПК на проводе, и сегодня вы узнаете, что будет, если... Бессмертие! Я в шоке! И я первый, кто это нашел! Кидаем гранаты, давайте, давайте! И... Ребят, смотрите, я вижу текстуры. Кто-то даже кое-что нарисовал неприличное. А, лол, вообще ничего не видно. Ха-ха, я в шоке. Ребята, это очень важный момент, и мы проверим, смогу ли с ножа зарезать всю команду с одного удара. Фух, ребят, надеюсь, вы все поставили лайки, потому что это будет очень эпичный момент. Я очень долго всех собирал, очень долго все это делал. Все, поехали. Я подхожу в упор и бью по голове. И не может быть. Я в шоке, у них бессмертие. Я в шоке, а ну-ка с этой стороны подойду. Я просто в шоке, у них бессмертие, смотрите. Это просто полная жесть. Как такое возможно? А ну-ка, давайте попробуем с оружия, с дробаша. Бессмертие! Я в шоке! И я первый, кто это нашел. Блин, ребята, вот это жесть. Я просто в шоке. Вы на это посмотрите. Ну что же, а прямо сейчас мы, ребята, проверим, что же будет, если полностью 10 человек кинут дымовые гранаты. Ребята, это будет просто полный эпик. На счет 3 все кидаем гранаты. 1, 2, 3. Поехали! Так, ребята, и вы только на это посмотрите, вы просто взгляните, я вообще, черт возьми, ничего не вижу, вот это да, взгляните на этот момент. Блин, ребят, это просто полная жесть. А, лол, вообще ничего не видно, ха-ха, я в шоке. Блин, вот это круть. Прикиньте, если бы так всегда, в каждом раунде все кидали дым. Но, к сожалению, дым проходит очень быстро. Но, ребята, однозначно это было крайне круто. Ну что же, и прямо сейчас мы, ребята, проверим, кто же победит, 8 террористов или 1 спецназовец, у нас у всех одинаково хп, и мы, ребята, одновременно кинем гранаты друг в друга, и кто победит, вот это уже будет интересно, ребят, как вы думаете, кто победит, пожалуйста, пишите снизу в комментариях, ну что же, террористы, вы готовы, ставьте плюсик в чат, кто готов, давайте. Так, вижу, плюсики пошли, все готовы. Давайте, на счет 3 кидаем друг в друга гранаты. 1, 2, 3, поехали! И побеждает! Мать моя женщина, что это было? Террористы победили. А давайте-ка мы повторим все то же самое, только я, ребята, стану в упор. Просто интересно. Мы, ребята, берем гранаты, все террористы взяли гранаты в руки, и на счет 3 кидаем. 1, 2, 3, кидаем гранаты, давайте, давайте. Победили террористы, и кто-то даже остался жив. И прямо сейчас вы, ребята, увидите 8-е чудо света. Вы только взгляните. Это самая настоящая пирамида из людей. Правда, пирамида немножко кривоватая, потому что у кое-кого проблемы есть с головой. Но, ребят, пирамида довольно-таки неплохая. И знаете что? Если все выйдет, я попробую залезть на ее самый-самый верх. Короче, ребята, я залез на самый верх пирамиды. Как по мне, довольно-таки круто. Очень красивый вид. Особенно вот это, какой-то говнюк это сделал. Я не знаю, как вам, но как по мне, это очень круто, и я подобного на ютубе раньше не видел. Так что, ребят, пожалуйста, кому не сложно, кому понравилось подобное видео, ребят, мы его снимали очень-очень долго, мы его снимали, черт возьми, 3 часа. Все, кто были в Дискорде, они не дадут соврать. Ребят, снимали 3 часа, поэтому, пожалуйста, поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. А с вами был ваш Кент ПК, всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока!